Чудесная песня. Даже не знаю. Написал ее минут за 10. Барт, ты писал ее не 10 минут, а всю жизнь. Ты многое пережил? Знаешь, я никому не рассказывал свою историю. Мне было 11, и это было потрясение. Где мама? Она ушла. Я ей больше не нужен. И ты ей не нужен. Я всегда любил музыку. Это был мир, в котором я был счастлив. Музыка давала мне надежду. У него просто невероятный голос. Я хотел жить лишь музыкой. Пап, я сделаю это! Ничего ты не сможешь. Не успеешь моргнуть глазом, как поймешь, что ничего не добился, потому что погнался за глупой мечтой. Я уезжаю, Шэнон. Хочу, чтобы ты знал, я всегда буду молиться за тебя. И надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. От кого ты бежишь? От отца. Напиши об этом. Попробуй выразить свою боль в музыке. Мне нужно было во многом разобраться. И я нашел путь к пониманию. Написал песню. Ты голоден? Обед готов. Что происходит? Я хочу, чтобы между нами все было как прежде. Отец всю жизнь был монстром, но на моих глазах он становился другим человеком. У тебя талант, настоящий талант. Отец, спасибо тебе за все. Эту песню я посвятил моему отцу.